В Краснодаре подвели предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи аграрных предприятий, фермерских, личных, подсобных хозяйств, а также садоводческих объединений. В крае их более 1800. Цель переписи – узнать, в каком состоянии находятся объекты, выделить сильных и отстающих, а также определить план развития аграрного сектора. Обследование проводилось в период с 1 июля по 15 августа прошлого года. К масштабной работе привлекли более 2500 специально обученных добровольцев. Это позволило нам на территории Краснодарского края провести перепись с наименьшими отказами. Это позволило к органам статистики доверия со стороны респондентов. Поэтому перепись прошла на территории края, мы считаем, успешно. По сравнению с данными 2006 года, тогда прошла последняя перепись, количество сельхозпредприятий на Кубани уменьшилось, зато увеличилась средняя площадь принадлежащей им земли. Ряд экспертов связывают обе тенденции с укрупнением хозяйств. Впрочем, в Краснодар-Стате не исключают, что при проведении окончательных результатов к 2018 году картина несколько изменится. Еще отмечу, что во время проведения сельхозпереписи особая задача легла на плечи журналистов. Они следили за ходом процесса и вели разъяснительную работу в СМИ. Представители всех организаций и ведомств, участвующих в масштабном обследовании аграрного сектора, наградили. Почетные медали получили 35 человек. Среди них мой коллега, ведущий программы «Город. Действующие лица» Алексей Шулепов. Спасибо. Спасибо. Очень приятно с вами работать. Спасибо. И за понимание.